Всем здравствуйте. Новогоднего настроения особо нет, как бы, да? Вот, у вас есть новогоднее настроение? Да нет, особенно нет. Вот, видите? Новогоднего настроения ни у кого нет. Чё ты так близко стал? Короче, на ближайший год я хочу пожелать вам только удачи. Потому что больше вам ничего особо-то и не надо, потому что это все зависит от вас. Вам нужно поставить цель на 2019 год и идти к ней, несмотря ни на что. Бабушки, простушки, бабушки, мамочки. Короче, с одним человеком я поспорил на 1000 рублей. Сумма маленькая, как бы, да? Но в нашем городе она не такая уж маленькая. Сними наш город. Два раза Бургер Кинг сходить можно. Ага. Да нет, три. Нет. Чувак. Вот. Вот, с одним человеком мы поспорили, да, то, что до 2020 года мой канал достигнет 10 тысяч подписчиков. Да, на самом деле, не такое уж и сильное заявление. Также я хочу приобрести нормальную камеру. Аппарат. Вот. Купить нормальную камеру, желательно микрофон еще. И как бы, да, именно так. Что я сделал в 2018 году? Я научился трюки, да, делать. И начал снимать видео. Да, особых планов на 2018 год у меня не было. Короче, вам нужно поставить цель на ближайший год. Можно даже не на ближайший. Эти цели могут быть связаны не только с BMX, там, трюками, да, а со всем, вообще со всем. И достигать своей цели, вот. Ну и чё? Ты чмо? Вокруг, да. Ты Алексей. Навальный. Да всё, погнали уже, всё? Навальный? Заверши уже. Навальный? Я сейчас навалю как. Ну завершаю. Ну, я завершаю. Пока.